Михаил Игнатов, главный герой этой встречи. Михаил, 2-1. Под дождем второй тайм. В первом была более равная борьба. Там счет 0-0. Что в итоге предопределило вашу победу? Даже не знаю. Я думаю, что хорошая физическая подготовка. На сборах хорошо поработали. Плюс мы вот недавно таким составом собрались. Многие там ушли, там кто-то поднялся выше. Там, и почти новый состав. И вот сыгрываемся потихоньку. Но я считаю, для первой игры неплохо. Главное, что добились победы. Вот. Будем сейчас тренироваться, чтобы взаимодействие улучшать. И ну, более физически готовы быть к следующим матчам. Потому что предстоят мне простые игры. Но я думаю, что мы справимся. Оба мяча вы забили, прорываясь через центральную зону Чертанова. Изначально там наметили какую-то слабость или ну, так все случилось уже по ходу матча? Да, я думаю, по ходу матча нащупали, кто больше так нервничал, можно сказать. Вот, и через эту зону старались больше нагнетать, потому что защитники не такие быстрые, нападающие все-таки побыстрее, и поэтому там было проще. Спасибо большое.